Аллилуйя! Слава Богу! Слава Иисусу Христу, нашему Спасителю, Господу, Всемогущему! И ни в ком другом нет спасения, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Приветствую всех вас! И эта неделя, поминальная неделя, неделя памяти, уже в это воскресенье будет 27 января. В календаре ООН объявлено несколько лет назад, это было, что 27 января, как годовщина освобождения одного из самых страшных концлагерей немецко-фашистских, станет днем памяти жертв Холокоста. Так оно и стало. Уже несколько лет подряд и в нашем календаре Реформаторской Православной Церкви Христа Спасителя мы обозначаем эту дату, 27 число. Да, Аушвиц, страшный концлагерь, который можно назвать фабрикой смерти. Действительно, с размахом была фабрика смерти запущена немецкими фашистами, национал-социалистами, и шла просто бойня мирного населения. Это была фабрика смерти для еврейского населения. Хотя там убивали не только евреев, но почти все убитые там были евреи. Вот. И эта фабрика смерти работала, да, до 27 января. И уже в 45 году, уже в завершении войны, эта фабрика была смерти остановлена. Вот. И вот именно это освобождение концлагеря самого известного и огромного стало днем памяти жертв Холокоста. В нашей еврейской традиции мы обычно называем эту трагедию не Холокостом, а именно трагедией, именно вот этой болью нашей, еврейским словом Шоа обозначаем. Шоа именно, можно сказать, как трагедия. Действительно, это страшная трагедия. Есть именно в еврейском календаре дата, она весенняя дата, связана с тем восстанием Варшавского гетто. И это уже отдельная дата, она обозначена также в нашем календаре. Вот, но сегодняшняя дата, вот, приближающаяся 27 января, чем уникально, что это, я даже, ну, был удивлен, но именно решение ООН, потому что это Организация Объединенных Наций, к сожалению, большей частью антиизраильская и антисемитская, к сожалению, большей частью по своему направлению организация. Увы, чего греха таить, большей частью именно, да, антиизраильские решения, антиеврейские и противо именно израильские, противоеврейские. Это печально, но, слава Богу, есть и некоторые добрые такие знаки для нас вот этого последнего времени. И слава Богу, что даже вот такая всемирная организация, она действительно вынуждена была, я считаю, вынуждена действительно признать такие, наконец-таки признать память, почтить память жертв Холокоста. Вот, и говоря о фабрике смерти, конечно, не только имея в виду немецко-фашистские национал-социалисты, что сделали, но вспоминаем, конечно же, и те ужасы, те фабрики смерти, что работали у нас здесь, в бывшем СССР, потому что коммунисты сделали саму эту фабрику смерти еще больше, еще раньше, чем немецкие те национал-социалисты. И да и позже эта фабрика проработала гораздо, и по количеству жертв гораздо больше. Но если наша фабрика смерти, коммунистическая, я имею в виду, она работала больше как в борьбе с классовым противником, то у национал-социалистов в Германии именно в борьбе с расовым противником, как они обозначали. Но, в принципе, хрен редко не слаще. Это все как бы плод ненависти человеческой. Я об этом рассказываю в семинарах по истории христианства. Вот вынужденно задержался, конечно, но потому что планировал уже провести семинар как раз в эти дни. Но я думаю, что уже в начале февраля, я думаю, получится провести семинары как раз с вопросами-ответами онлайн, даст Бог.
чтобы можно было действительно и иметь связь с вами прямую такую, но уже сейчас можете писать вопросы семинара по истории христианства, я имею в виду, по истории церкви, прошлое, настоящее и будущее. И я думаю, что очень важно, чтобы в теме истории христианства звучала тема антисемитизма. И вот эта дата, 27 января, предстоящая нам, она действительно очень важна. Я думаю, что как раз в семинаре этого 2019 года я буду говорить об этом более даже подробнее, более детальнее, потому что были уже вопросы, я думаю, что еще и будут вопросы. Вот так вот, друзья, дамы и господа, благословляю всех вас во имя Господне, благословляю во имя Иисуса Христа. Вот, и это важный очень урок для церкви. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир во имя Иисуса Христа. Из города Тулы, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская православная церковь Христа Спасителя, Киевская архиепископия. Мир всем вам. Аминь. Слава Богу. Вот, и прошу тоже по скриптум молиться о поездке предстоящей. Я думаю, что более подробно как раз постараюсь в эти дни до 27 числа, до воскресенья, публиковать некоторые материалы. Я уже публикую, в принципе, и в сети Facebook как раз уже публикации, и в Одноклассники, ВКонтакте, в Mail.ru, в разных социальных сетях. Там, как называется, хэш... Ну, короче, набираете там архиепископ Сергей Журавлев и попадаете как раз вот на мои эти публикации. Вот, но думаю, что как раз вот в эти еще дни предстоящие нам, до 27 числа, я еще опубликую несколько таких очень важных материалов на эту тему. Вот, и, конечно, для меня исцелением является сам Спаситель Иисус. Он есть исцеление всех народов, потому что Он взял всякую вражду и пригвоздил ко Христу. Пусть всякая вражда будет действительно искоренена. Аминь.